Я вас приветствую, дорогие друзья. Значит, подождем пока. Подключится, я хотел бы сделать заявление. Так, вижу, люди начали подключаться. Так. Так, ребят, кто присоединились, делайте, пожалуйста, перепосты. Я хотел бы, чтобы эта информация дошла до всех. Так, народ присоединяется. Вижу наших очень много. Так, ведь прямая вроде был Шереметьев в это. Извините, я просто простывший. Так. Нет звука, пишет. Почему? Мне показывает, что все окей. Вижу, подключается север, юг. Очень многие за границей. Так, Лян Каша скрип, привет, ситуация цара. Так, ну что, я вас приветствую, дорогие друзья. Значит, я хотел бы сделать заявление касаемо той пропаганды, которая занимается просто негодяй из пресс-службы Плохотнюка. Значит, я увидел сегодня новость, который усиленно раскручивает телеканалы Плохотнюка, связано с активистом нашей партии Николаем Хачко, о том, что он организовал банду по группировку, выращивает, реализовывает наркотики и так далее. Хотел бы сказать следующее. Во-первых, мне очень неприятно, что такие медиаресурсы, как Диски ДНД, которые раньше занимались журналистскими расследованиями, воевали там с коррумпированными милиционерами, сейчас просто сидят, дуют на все то, что Плохиш им рекомендует. Значит, я очень серьезно озадачен тем, что эта ситуация, которая произошла с Николаем Хачко, то, что как преподносят СМИ Плохотнюка, что он там во время задержания там испугался полиции. Послушайте, молодой парень, пришли эти черепашки ниндзи. 100% Плохий ждал команду на жесткий захват. Парень испугался. Чего Плохий? Гордишься тем, что менты на тебя все работают? То, что у тебя почти все ручные прокуроры, судьи. Плохий, от этого плакать придется скоро, а не гордиться. Значит, прокурор этот Бакалым мне сказали, что предложил Хачко сделку. Дай показания на Усатого, что он организатор этой криминальной группировки, связанной с выращиванием наркотических каких-то растений. Значит, и мы тебя отпустим. У меня вопрос к прокурорешкам этим всем. Почему отпустили этих израильтян, если на самом деле они делали что-то незаконное? Эти израильтяне, кстати, примерно год назад, может чуть больше, выходили на меня, значит, сказали, что представляют какую-то канадскую компанию, хотят выращивать какую-то траву, значит, спрашивали, есть ли земли в тех приморьях, где есть
у нас примары, значит, что-то они там рассказывали, что инвестиция в гектар там несколько миллионов евро, и прибыль такая же. Сказали, что с точки зрения, то есть, что эта трава, скажем так, это растение, не помню, как оно называется, оно относится к разряду наркотических, но в Молдавии законодательство позволяет выращивать это для использования в медицине. Я сказал, что я про такое не слышал, я говорю, ну если юридически вы все проблемы решите, то я уверен, что вся Молдавия во всех селах согласятся сажать эти растения, если на самом деле они потом экспортируются и приходят миллионы евро официально в местный бюджет. Это Шеремец Кринс, Копырь, Формачи, Утичи. Потом они куда-то пропали. Сейчас я видел по телевизору, что их там арестовали. Я не знаю, кто эти люди, чем они занимаются и так далее. Но я много раз говорил, что все, что по закону, значит, это не то, что можно, это нужно делать. Потому что страна сегодня на коленях. И на одних помидорах и кукурузе мы не уедем. Если можно выращивать какие-то эти растения для последующего их экспорта, для использования, для производства лекарств и так далее. В чем проблема? Да, я больше не видел этих людей. Хачко сказал, что они там изучают все юридические аспекты этой сделки. Но если на самом деле они там такие там наркоторговцы и так далее, почему их задержали по всем телеканалам? Опять же, Плохиша показывали там звездную операцию МВД о том, как их задерживали. Сегодня мне сказали, что их всех отпустили, они уехали в Израиль, нашли Хачко виновата. А то, что запугали парня, еще раз говорю, Плохотнюк, вы поймите, это негодяй, который за счет психологического давления, шантажа, за счет своей вот этой душонки карлика, да, то есть это человек, знаете, как маленькие всегда любят высоких, знаете, и наоборот. Вот эта проблема как бы у него и есть. И то, что они гордятся сегодня тем, что его запугали при задержании, там Хачко чуть не надел страну в штаны, ну, им просто стыдно должно быть, просто конченые, понимаете. Значит, вот Александр Атаманенко пишет, медицинский каннабис, это вот это растение. Надо этим каннабисом пусть засаживают всю страну, если законодательство позволяет, и на самом деле это можно экспортировать в другие страны или использовать это в Молдавии. Значит, ситуация в другом, что Плохотнюк из этого решил сделать очередную пиар-акцию, он же там пытается сделать, что там мы там партия бандитов, там, мафии и так далее. Хотел бы сказать, что то, что делаю я, взаимодействуем, например, с силовыми ведомствами других стран, связано борьбой с бандитизмом, всеми же наркоторговцами. Сегодня во всех университетах в стране продают наркотики, в том числе кокаин. Значит, Плохиш этим не хочет заняться? Или боится какую-то очередную долю потерять? Сегодня что вы считаете, что в стране те, кто работают и занимаются конкретно этим направлением, они не знают, кто и что в стране продает, в каких клубах продают кокаин, героин. Я помню ситуацию, когда был в ночном клубе в Кокосе, когда был рейд по наркотикам, значит, полный стол кокаина или героина, не помню, был в этом вип-зале, где сидел сын Тимофти. Этим они не занимаются, понимаете? Потому что они посасывают друг у друга, грабят страну, а борьбу с коррупцией, борьбу с оргпреступностью показывают на тех, кто украли курицу, на Коле Хачко и других. Как вам не стыдно? Я обращаюсь ко всем нормальным силовикам. Ребят, режим Плохотнюка падет, потому что в худшем случае его кончат те же американцы, которые его сегодня крышуют. Значит, просто есть уже такие деятели, как Плохиш, уже были в мировой политике. Понимаете? Поэтому
Думайте, что то, что вы делаете. Потому что вы все сядете, ребят. Вы все сядете за содействие и либо организации геноцида против собственного народа. То, что плохиш, его ждет от вас судьба. Понятно. Но вы это в основном в прокуратуре, в МВД, в судах. Есть молодые ребят. Ребят, думайте то, что вы делаете. Вы думаете, ну я приеду вот сейчас домой, кстати, на больничном. В Москве. Серьезно простудился после парада. И сейчас на больничном эту неделю. Ну, я приеду домой. Ну, нарисуют мне. Плохие, что в это поверит? Уже смеются над ним. Не только в Румынии, Украине. Уже вся Россия смеется, знает, как в Молдавии сажают, как фабрикуют уголовные дела и так далее. Так. Сегодня, кстати, вот попросили еще прокомментировать, вышел опрос, показывающий, что у нашего кандидата 3% сегодня. Послушайте, мы подписи уже столько собрали по всей стране. То есть то, что сегодня кто-то надувает рейтинг одного или сбавляет другого, это тоже выборы покажут. Я уже слышал про то, что там кого-то они собираются не регистрировать, кого-то снимать. Ребят, самое главное, любая махинация со стороны плохиша, значит, в чем бы она ни заключалась? Фальсификация выборов, то, что он незаконно и как он тратит, потратил деньги на сбор подписей, компания, которая занимается лупу, то есть им все можно, понимаете? Им можно ролики, им можно полузаконные билборды и так далее. Люди плюются, когда видят Длинного в районах. Уже даже старые девы в 60 лет, уже даже эти не ведутся на прическу лупу. Вы это прекрасно знаете. Как бабушки говорят, мы знаем Марьяна Лупу, но проголосуем за него за лупу, знаете. Вот. Значит, окей. Я был на процедурах, пошел приводить себя в порядок, постараюсь завтра уже вернуться. Завтра вернуться домой, потому что завтра мы должны быть с Дмитрием Чубашенко в прямом эфире пресс-клубе Артура Ефремова. Поэтому до завтра нужно полностью выздороветь. Ребят, я прошу наших активистов, соберите в офисе, продумайте какую-то акцию протеста, организуйте то, что касается Хачко там. Питание, адвокатов и так далее. Ребят, не бросайте пацана в беде. Тоже решили с Колей Хачко сделать наркоторговца, понимаете? Значит, а то, что провоцирует кого-то там давать показания для того, чтобы попытаться меня арестовать и так далее, я плохотенько уже говорю, плохиш, ты мной подавишься. А со стекняцком, говорит, ты можешь подавиться, что снутся джунгая, ублюдки. Ладно, ребят, я вас... люблю, пока есть вы, я буду бороться до конца и обязан довести до конца то, что начал. Делайте, пожалуйста, перепосты, хочу, чтобы это видео увидела вся страна, потому что касаемо медиаресурса мы немного ограничены. Все, воебеск, траск, попору, водореск, озибона, не ведем, ворбим.